Привет, ребята! Сегодня отличный солнечный день, и меня ждет новый челлендж, новый вызов. Значительно более сложный, чем сходить за хлебом и вынести мусор. А сегодня иду на настоящее дело. Нужно сходить до аптеки и получить там лекарство. Потом нужно отвезти это лекарство моим родителям, а до них еще 10 километров. Путь будет долгим, трудным, полным невзгод и опасностей, но я уверен, что у меня все получится, все будет вот так вот. Лекарство я уже заказал в приложении «Планета здоровья», вот это вот, для того, чтобы быть уверенным, что оно там будет, и я не просто так схожу и буду подвергать, так скажем, свою жизнь опасности. Мне предстоит преодолеть расстояние около 12 километров. Пешком это будет сделать довольно долго. Кроме этого, меня могут остановить сотрудники ППС. Поэтому я решил воспользоваться своим новым самокатом, вот этим вот. Попробую проехать на нем. Он новый, я на нем выезжал всего один раз. Но после первого раза он уже полностью развалился. Я об этом как-нибудь расскажу в своем другом видосе. Вот, я его починил. Очень грамотно починю и попробую выехать на нем второй раз, посмотрю, что отвалится следующим, так скажем. Конечно, у нас сейчас ходят еще автобусы в районе по маршруту выходного дня, то есть они официально ходят, но пользоваться ими, откровенно говоря, что такое-то палево, ну нафиг, лучше своим ходом. Офигительная погода. Надо было очки одеть.
парк-то оказывается закрыт. Нифига себе. Даже заграждение поставили. Ну ничего, я уже близко к пункту назначения. Дайте еще скорбинку какую-нибудь простую. Угу. Для ребенка, для взрослого? Ну, обычные такие трубочки. О, пойдет. Ага, сколько? Одну по карте. Быстро убрали. Ага, приложите еще, пожалуйста. Так, в общем, задание выполнено. Лекарство я купил. Еще взял аскорбинку. Не буду говорить, какое лекарство. Теперь самое интересное — доставить это на другой берег, другой микрорайон.